Младенческая смертность. План по области на 2016 год составляет 9,3 на 1000 рождаемых живыми. За 6 месяцев области показатель составил 10,29 на 1000 рождаемых живыми. До конца года имеется возможность достижения плана показателя. То есть, вы как видите, уже младенческая смертность у нас идет немножко с увеличением. Заболеваемость туберкулезом. План по области на 2016 год составляет 59,4 на 100 тысяч человек. По данным областного противотуберкулезного диспансера, за 8 месяцев по области показатель составил 43,6 на 100 тысяч населения. То есть данные показатели мы достигаем.